Привет, ребят! Сегодня мы с вами будем делать ключницу. Ключницу из кожи. Из крутой, хорошей кожи. Так, нам потребуются ключи. Приблуда для установки клепок. Две клепки. Пробойник. Молоток, нож, ну или нет. Так, для начала берем кусок кожи. Кусок кожи можно найти в любой обувной мастерской, попросить отрезок, обрезок, и вам его отрежут. Нам нужен кусок примерно 15 на 20 сантиметров. Перед тем, как делать ключницу, надо его сложить пополам и оставить на ночь по каким-нибудь прессам. Вот, он тогда будет согнется и не будет разгибаться. Так, ладно, поехали дальше. Нам сейчас нужно обрезать. Обрезаем ровно, стараемся. Но идеальной ровности нам не надо. Обрезаем кожу. Оп. С этой стороны, с этой стороны. Чуть не прорезалось. Ага, прорезалось. Так, ну, книжечка такая получается у нас, небольшая. Оп. Так, с этой стороны более-менее ровно. С этой стороны у нас уехало. Но мы это в процессе подровняем. Так, ширина. Ширина ключницы, ну, я думаю, вот. Вот так вот. Так, выровняли. Ну да, вот так больше не надо. Выровняли. Обрезали. Так, посмотрели, ровно, неровно. Да вроде ровно все, более-менее. Такая вот штука у нас получилась. Так, теперь берем что-нибудь круглое. Что-нибудь круглое. И немножко обрезаем уголочки. Ну, чтобы было закругление. А, вот. Крутяк. У меня есть вот такая вот штука. Я этой штукой, с помощью этой штуки, закруглю края. Просто прикладываете и начинаете обрезать по контуру. Кожу лучше выбирать потолще. Ну, оптимальный вариант 1,5-2 миллиметра. Больше толще не стоит, потому что будет как не очень смотреться. Вообще идея сделать ключницу мне пришла достаточно давно, когда я исцарапал свой телефон ключами, которые лежали в одном кармане с телефоном. И было не очень приятно. Ну, тогда я и сделал свою первую ключницу. Так, ну все. Вровняли края. Вровняли края. Скруглили. Вот такая вот штука у нас получается. Теперь берем пробойник. Берем пробойник. И примерно ставим и пробиваем отверстие. Легким движением молотка кожа дыряется насквозь отверстие здесь. И я напомню, что это всего лишь ключница, нам не нужно какой-нибудь идеальной там ровности. Ну, я думаю, здесь, ну, можно, конечно, приложить линеечку, кто там сомневается, кто хочет, чтобы все по фэншую было. Приложили,
Примерно. Примерно вообще. Я не знаю, я не запариваюсь насчет этого. Это же handmade. Все, ничтяк. Пробили. Пробили отверстие кожи. Теперь нам нужно установить клепки. Это делается просто. Вставляется клепка. Вставляется. Туго идет. Отверстие надо чуть-чуть расширить. Пробойник немножко не по размеру. Но это не страшно. Пробойник стоит 150 рублей. Штука для установки клепок стоит 150 рублей. Клепки стоят 5 рублей за штуку. То есть у нас получается это все не дороже там 300 рублей с учетом кожи. Я как-то искал хорошую ключницу на просторах интернета. Блин, там такие ценники. Особенно он на Gamebox зашел, там ключница от Hardcraft'а стоит, блин, порядка 150 баксов. Просто кожа, две клепки. Ну, похоже ж. Ну, конечно. Вот тогда-то я и решил, зачем? Зачем тратить деньги, если можно забабахать это дело самому? Тут ничего сложного нет. Так, ладно. Вставляем клепочки. Вставили. Ставим на специальную подкладку. Устанавливаем сюда клепочку. Ставим отверстие. И завальцовываем. Все, клепка установилась. Сидит мертво. То есть сложно, вообще ничего нет. Оп, ставим вторую клепку. Опять продели в отверстие. Поставили на подкладку. Прислонили. Ну, чуть-чуть прибили. Так, а теперь мы ее развальцовываем. Два удара молоточка. И все. Шикарно. Так. Со второй стороны делаем то же самое. Продеваем. Но только уже переворачиваем эту штуку. Продели. Подставили. Приблуду взяли. Три удара. Клепка на месте. Сидит, как влетает. Так, 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 так. Я надеюсь, вам видно то, что я делаю. Потому что у меня сейчас пока оператора нету, который мог бы снимать. Вот. Установили. Поставили приблуду. Оп, еще можно подбить чуть-чуть. Готово. Вот что у нас вышло. Вот такая вот штуковина. Штуковина. Прикольная. Что мы делаем дальше? В общем, дальше. На линии... А, так. Берем колечко для ключей. Обычное колечко. И на линии изгиба. На линии изгиба. Отмечаем так, чтобы ключи убирались. Вот так вот. Все. Нормально. Колечко нам надо закрепить здесь. Ну, примерно. Берем пробойник. И на линии изгиба делаем два отверстия. На расстоянии примерно... 5 миллиметров друг от друга. Видно? Вот так вот. А теперь берем колечко и вставляем в эти отверстия. Так. Ага, все пошло. Все нормально, все по плану. В общем, вставили кольцо. И у нас получается вот так. Вот оно.
И теперь к этому кольцу мы прицепляем ключи. Все. Ну а что у нас получилось? Эта штука удобно лежит в кармане, ничего не царапает и просто прикольно. И стоит по себестоимости вместе с куском кожи максимум, ну, рублей 400 у вас выйдет. Как-то так. Ну все, ставим лайки, подписываемся на канал и спасибо, что вы с нами.